В Астане завершился третий этап переговоров по Сирии. Его основной темой обсуждений стало укрепление режима перемирия под эгидой Турции, России и Ирана. Во время встречи стороны согласовали ряд конкретных мер, направленных на деэскалацию ситуации в Сирии. Также в Астане принято положение о совместной группе стран-гарантов. Она будет работать для сохранения режима прекращения огня в Сирии. Как заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ахалбек Камалдинов, официально Астана надеется на прогресс в результате переговоров и активизацию политических процессов. Он также отметил, что встреча была конструктивной и напомнил, что астанинский процесс проходит при поддержке президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев признан на международном уровне за его миротворческие инициативы и его вклад в решение конфликтов и сокращение напряжения по всему миру. Президент выражает искреннюю надежду, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс, будет реализован режим по прекращению огня. И эта встреча внесет свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением переговоров в Женеве. Мы хотим отдать должное принимающей стороне Казахстану за предоставление площадки для переговоров, а также двум братским странам России и Ирану, которые успешно осуществили проведение встречи в Астане.